Нас не ослабить, не разобщить и не уничтожить. Так свое обращение к жителям Ульяновской области начал глава региона. В своем телеграм-канале Алексей Русских отметил, что наш регион и все другие субъекты страны в соответствии с новым указом президента об объявлении частичной мобилизации обязаны обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации вооруженные силы в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны. Следуя прямому поручению главы государства, регион обеспечит полное содействие работе военных комиссариатов. Также Русских подчеркнул, что Владимир Путин дал четкое указание по наращиванию мощностей на предприятиях ОПК, выпуску вооружения и военной техники. Заводы Ульяновской области всегда стояли и продолжают стоять на страже безопасности нашего государства, а продукция оборонных заводов региона высоко ценится. Со своей стороны региональные власти окажут все необходимое содействие предприятиям.